Усачев. Что такое День Победы? Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, маршируют строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпает там и тут. Что такое День Победы? Это песня за столом. Это дети и беседы. Это дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны.